Впереди колонны идет молодой курсант Дмитрий Козлов. Ему доверили стать командиром отделения и произнести слова присяги. В будущем молодой человек хочет стать военным. Дима решил продолжить семейное дело и вступить в ряды курсантов. Присяга – это как клятва, то есть когда ты клянешься тоже быть верной родине, стране, защищать ее, уважать старших, показывать им пример, защищать страну от врагов внешних, ну, может, и внутренних. Готовиться к присяге ребята начали еще в начале учебного года. Самое сложное – отработать элементы строевой подготовки, технику шага и поворота. В строю можно увидеть и девушек-курсанток, которые так же, как и молодые люди, решили связать свою жизнь с профессией военного. Не, вы не подумайте, это не романтика, это мечта. Я понимаю, что я готова, я способна, я хочу идти к этой мечте. На торжественной присяге почтили память капитана Александра Майорова, выпускника интерната. В 2001 году он погиб, выполняя воинский долг в Чечне. Уже тогда было принято решение считать присягу днем его памяти. В этот день приходят родители Александра Майорова, то есть они ныне здравствующие сослуживцы, ну и все те, кто вообще с нами держит постоянную связь, поздравляет ребят с принятием присяги. Ну и еще здесь очень хорошая такая традиция, что не только учащиеся обороны спортивного класса чтят память Майорова, принимают присягу, но и вся школа. После окончания школы-интерната многие ребята пополняют ряды российской армии, где им предстоит защищать нашу родину. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24.